Всем добрый день. Сегодня у нас 20 мая, воскресенье. Два дня у нас дождик. Вчера прошел дождик на даче, сильно сегодня ночью. Асфальт мокрый. Но урожай надо наш поливать будущий, а то прям засуха была. Один только минус, что у нас крыша на даче еще не закрыта. А мы едем на стадион. У нас у Димочки сегодня первые соревнования по теннису. Посмотрим, чему он там научился за учебный год. Вот у нас такой большой спортивный комплекс, куда Дима ходит на занятия. Стадион «Нефтяник» называется. Теннисисты наши. Счет 0-0. Сейчас по моей команде подожди, если не стал. Контрольный мяч Димок. Не подведи Димок. Почему 4-2? Потому что 4-2. 4-2, переходим. Все! Димка выиграл. Сынок! Ты моя умница! Тетелька в тетельку шли. Катя, молодец. Устал. Ой, ты мой сладенький. Вообще сильный. Весь мокрый. Ты ему майку не взяла? Я пить хочу. Теперь можно попить. Умница моя. Молодец. Мам, платочек есть? Ура, Димка. Там полотенечко. Сынок, у нас тут инфаркт чуть у всех не случился. Ну, шли прям, не знаю. Ну, зато прям... мы теперь знаем. Какой ты молодец, Дима. Какой ты молодец, умница. Слава Богу. Слава Богу. Я орать не могу. Спросил там, что все. Могу играть. Ну что, значит, у нас закончился наш чемпионат. Почти закончился. Осталось за третье место. Первое место занял Анатолий Ерофеев. Значит, ему... Так, все, давайте попробуем. Награждается он чем? Медалью, грамотой, вернее, грамотой, да? Награждается медалью за первое место. В будущем будет собой получить раз, будет каждый медаль. Да. Вот. И дает ему за коробку мячей, коробку мячей новенькие, новенькие еще закрытые мячи. Вот. Успехов вам всем. Значит, то, что я вам объясняю, делайте все правильно. Диана, да? То есть не поворачивайся, не пробивай. Ну, то же самое и Дима. Мячик у вас перед скальки. То, что вам в Кондрас объясняет на тренировке. Приходите, занимаетесь, и все научатся хорошо. Я так поняла, медали больше не будет. Понятно, да? Еще, значит, каждого по шоколадке. Так, так, держи. Держи. Тебе давал, да, тебе давал. Держи, тебе давал. Ну, спасибо за участие. Не расстраивайтесь, у вас еще впереди. Не расстраивайтесь. Как вы доигрываете, за 2 месяца доигрываете?